Это сегодня 13-летняя Виктория Таранникова в бассейне чувствует себя как рыба в воде, а в 4-летнем возрасте плавание вызывало только негативные эмоции. Тогда девушка и думать не могла, что в своем юном возрасте сможет достигнуть высоких спортивных результатов. Но руководитель оздоровительного центра «Дельфин» Гульнара Романадзе поверила в способности нашей героини. Нарджамалы очень много делают для меня, для всех, кого верят. Это, правда, очень многое стоит. Я безумно благодарна. Потому что если бы, может, я занималась в другом бассейне, я не знаю, что бы. Я думаю, у меня таких результатов бы не было. Было бы все сложнее и труднее. Александра Таранникова – тренер чемпионки и ее мама. У них получился неплохой тандем. Александра отмечает, что талант дочери к плаванию увидела сразу, поэтому и взялась растить из Вики будущую спортивную звезду. Работать вместе им комфортно. У каждого пловца есть специализация, да? И мы искали, какой способ лучше получается. Сначала определили, что брас ей нравится, да, что у нее лучше получается. Потом уже искали дистанцию. Комплексное плавание. 200 комплекс хорошо тоже получается, но основной, конечно, это брас. Свободного времени у Виктории почти нет. Девушка постоянно на тренировках или соревнованиях. Однако и об учебе не забывает, увлекается гуманитарными дисциплинами. Но мечтает все же о спортивной карьере. Я бы хотела добиться чего-нибудь, например, ну, олимпийской чемпионкой стать. Моя мечта, и буду идти к этому. Что есть возможности, все получится, надеюсь. К своей мечте девушка идет стремительно. На днях она вернулась из Раменского, где проходил чемпионат Московской области по плаванию. Виктория завоевала первое место на дисциплине 200 метров брасом. Летом наша героиня планирует продолжить усиленные тренировки, чтобы в следующем сезоне покорить новые спортивные вершины. Юлия Погосян, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.